А, может, ты можешь вообще вызвать, не понял. Сейчас, а вы кто тут? Ну, я представитель. Мы здесь проживаем. А почему заходят посторонние сейчас, люди? Извините, вы кто такой? Минуточку, я же вам рассказал. Господа. Ну, так это сейчас, сейчас, я просто уточню. Вы говорите, что это ваша площадь жилая. Вы говорите, что это ваша жилая площадь? Выходите, это моя жилая площадь. Ну, а насколько я знаю, это была общая спинного скриптования. Это вы знаете, а это была жилая моя. Я зашел в свои. А где была площадь? Для прессы вы слишком много знаете. Давайте. Ну, как-то вас не приглашало. Ну, это коридор. Выходите, пожалуйста, с нашей. Сейчас, минуточку. Вот это спинного. Выходите, пожалуйста, с нашего пресс-клуба. Я решение суда. Пожалуйста. Минуточку. Выходите, пожалуйста, из нашей. Сейчас, минуту, минуту. Это точно помещение спинного коридора? Вам каковое дело, не понял? Сейчас делаем, какое дело? Пожалуйста, давайте. Нет, есть решение суда. Да, вам какое дело там это? Есть адвокаты, есть судья, нет, есть производство. Насколько мне известно. Подойдите, пожалуйста. Это мой диван. Выйдите, пожалуйста. Сейчас, минуточку, девочки, девочки, не толкайте меня. Дайте я вам объясню свою позицию. Вы никто, пожалуйста, выйдите, объясняйте вам. Я нормально полосе. Покажите, я вас прошу, выйдите. Вы кто такой? Я представитель. Собственно. Теперь свое удостоверение быстро. Выйдите, доверенность, пожалуйста. Доверенность мы показали исполнителю. Вы не имеете нет, права значит, заходить вы смотрите мой документ? В спорную ну, квартиру, ну, где дело в суде. Собой. Вы не имеете права. Сейчас, есть решение. Девушка, покажите это решение суда, на которое вы зашли. Сейчас. Мы его протестовали. Сейчас, минуточку, пожалуйста, выйдите. Минуточку. Насколько... Выйдите, вы не слышите. Минуточку. Вы покиньте это. Минуточку. Насколько я знаю. Вы не имеете права здесь находиться. Выходите, пожалуйста, с моей квартиры. Выходите отсюда. Не толкайте меня, пожалуйста. Выйдите отсюда. Выходите меня, пожалуйста. Выйдите отсюда. Сейчас. Насколько я... Минуточку. Это помещение. Подождите. Что это помещение? Здесь есть еще у вас инструменты? Вы разрешение получите, собственно. Идите отсюда. На вашу квартиру я не заходил. Вашу. Все. Вы сказали там. Товарищ, так выйдите, пожалуйста. Какое вы имеете право, что вы стреляете? Не надо меня трогать. Давайте выйдем сюда, поговорим. Сейчас. Здесь, на сегодня. На сейчас да. Проводятся исполнительные действия. Выйдите, и пожалуйста. Здесь присутствуют только те люди, так. Которые были привлечены к проведению так. Исполнительных действий. На сегодняшний момент, вот да. На сейчас, да. Вы мешаете проведению хорошо, исполнительных действий. Хорошо, я понял вас. Вы отвлекаете, вы мешаете. Хорошо, сейчас, минуточку, я понял вы вас. Вы перешкоджаете. Сейчас, хвилиночку, можно я скажу? Вы смотрите, я зашел туда, вы мне объяснили, что там проводятся исполнительные действия, что там жильцы сказали, что это именно их властность, я оттуда вышел, вы видели. Без спора, без ничего. Уточнил ситуацию, вышел. Раз. Там я уже не мешаю вам. Пожалуйста, собирайтесь, пишите. Вот. Второе. Здесь вот, где я нахожусь, я уже говорил с жильцами этой квартиры. Тут же не одни эти властники. Ну, есть еще люди, чьи права нарушены? Мы проводим. Вы, наверное, вы при чем здесь? Вас кто-то вызывал? Да я журналист, да, меня вызывали. Кто вас вы мне сказали частное, а я вышел. Вот вы чьи права? Я вышел оттуда. Вы должны спрашивать разрешение у всех же. Я же спрашиваю. Вы против. Вы четыре человека спрашиваете. На вашу вагу. Давайте отодвинем картонку, покажем. Я помещение, потому что вы что, здесь нет никого. Как вас зовут? Вот там есть. Богдан Сергеевич, скажите, просто в том помещении, в котором сейчас я нахожусь, это частная собственность вот этих людей, которые здесь нахожусь я и здесь да. Проводятся исполнительные действия. Ну вы там их можете проводить? Я же вы сказали, что я нельзя могу... вышел. Частная я собственность, там, у меня есть право властности. Выйдите, пожалуйста, с нашего я помещения. На это все помещение. Да. Вы мешаете. Да. Коридор да. Это собственность. Нет. Или это спина власти? Если вы зашли в коридор. Это спина власти. У меня есть ухвала суда. Пожалуйста, какого? Выйдите. Киевского районного суда? Киевского районного суда. О чем? Евгений Викторович, ну покажите свою ухвалу. Сейчас, о чем это да, решение? А он расскажите что, мне. Он только что получил. О возвращении. О том, что запретите ему. Вы только что вручили эту ухвалу. О возвращении помещения. Объясните, пожалуйста. В прописный стан. Вот о чем это решение. Правильно? Пожалуйста, покиньте помещение. Сейчас, вы мешаете. Давайте, пожалуйста. Вы мне мешаете. Я вам не мешаю. Возвращайтесь туда. Мешаете. Не возвращайтесь. Почему вы себе на исполнителя возвращаться? Не, ну так вы как ко мне подойдете на... там самом вот, на я, улице и скажете, вы мне мешаете. Я хочу хорошо есть. Вы не сторона производства. Вы не можете. Я тоже не исполнительный. Мы представители. Какие у вас требуются? Они не обязаны выходить. Они обязаны не мешать.
Не мешает. Все, я не мешаю. Я не мешаю. Выйдите, пожалуйста. Я сел, мне, я говорил, житель. Это мой диван, будет. А, ваш? Я не мешаю. Да, это коридор. Это коридор, и на тебе не попасть. Не, если бы попало сюда. Хорошо, вручите, пожалуйста. Почему вы не читаете? Покажите на камеру. Пусть он покажет, показывает. Нет, пусть он покажет на камеру. И здесь, я себе Гриценко, пожалуйста, покажите вашим представителям Пухкову, который только что получил. Вы здесь стоите, вы мне мешаете. Покажите. Покажите, пожалуйста. Что это за люди вообще? Покажите, снимайте. Вам я обязан чем-то отвечать? Конечно, обязан. Да, а может вас пригласить, когда я справляю естественные надобности? Да, Катенька, вы совсем куда-то не то есть ситуация, куда-то. Я сейчас просто зафиксирую на этот момент. Смотрите. Для прессы. Для прессы и для СМИ. То есть вы там составляли, занимались исполнительным производством. Я зашел, сказал, что нельзя. Я оттуда вышел. Ну хорошо, вы здесь кто в деле, в этом производстве? Да журналист не является стороной. Покажите. Я вам не мешаю. Я не мешаю. Мы не говорим, мешаете вы или нет. Мы спрашиваем, кто вы. Мы вам не разрешили. На своей территории. А это наша территория тоже, вы понимаете? Вы должны спрашивать. Давайте устроим голосование жителей. Вы должны спрашивать. Один человек не разрешил, вы не разрешили. Мы все не разрешаем. Выйдите, пожалуйста. Если хоть один человек против, вы не имеете права на это абсолютно. Хорошо, хорошо, я вернусь. Тем более на этой примещении. Если вы написано. Андрей, дивіться. Тут зобов'язати Коржавіну звільнити приміщення, все правильно. Так, звільняйте приміщення, виконуйте рішення суду. Яке приміщення? Спільного користування. А де воно зайняте? Покажіть, вот, будь ласка. Вам таке діло, преса, ви щось фіксируєте? Алексей, ее задержали, почему не знаю, побудьте задержали пока, до сегодняшнего времени, там, хотя подана она была 30 апреля. Давайте мы закончим то, хорошо. 30 апреля была подана, и только сейчас мы хорошо получили. То есть вы умеете зайти с черного входа? Как это угодно. Не черный вход, а это их там отдельный вход в квартиру. А где их и три квадрата вход? Мы подарили им. Пожалуйста, вам какое дело, мне пожалуйста. Вы независимая пресса. Прошу прощения, выйдите сам. Я вам говорю, все, покажите. И прозумей, Господи, вас. Да вы разумеете, вас Господь врываться в чужую квартиру. И... Ага. Да, а вас адвентисты на седьмого дня и шурайка, нардеп. Ну, то есть, собственно говоря, во. А извините, а вы можете сказать, как ваша фамилия? Нет, не могу. Я думаю, что Коржавина. Дочка? Дочка, внучка. А вы знаете, что ваш сосед инвалид детства? А вы знаете, Геннадий, что у нас 2,5-летний ребенок, которого вот вы только что так довели до истерики? Да вы что? Вы этим ребенком всегда прикрываетесь, когда вы, извините, когда ваша мама с качалкой нападает на адвоката. С чем? С чем? С качалкой для раскатки теста. На моих глазах. Я это в суде, если нужно будет, подтвердить. На ваших глазах? На моих глазах. Я вас первый раз вижу. Я очень рад, что вы меня первый раз видите. Я вас уже не первый раз. Да? Да. А вот, может, не надо врать? Я вас видел мельком, через вот эту самую дырку. Да, вы что? Да, вы что? Хорошо, Алексей, извините, а как вас зовут? Вы только не хотя уходите, я вызвал милицию. Давайте, вызывайте. СБУ еще можно там, и ракетные войска. И ракетные войска. А, скажите, как вас зовут, пожалуйста? Ну, хотя бы просто, чтобы к вам обратиться. Беспредел.